Здравствуйте, 17 марта, 6-й лунный день. День благоприятен для умиления высших сил, ритуалов процветания, вложения средств в проекты, недвижимость, ценные бумаги, оформление кредита, пожертвований, приобретение одежды и продовольствия, празднований, дружеских контактов, составление планов. День благоприятен для людей, родившихся в год дракона, обезьяны и овцы. Неблагоприятен годам свиньи, зайца и мыши. Стрижка волос в красоте. В этот день в Волгинском Дацане состоится хурал Сунды, собрание сутр. Начало в 9:00. Удачного дня!